все, что могу сказать. Хорошо, что собрались все-таки, ведя 2-0 при выигрышной игре, контролируя игру, и чуть не упустили ее. Сравняли. Соперник сравнил еще 2-2. И хорошо, что не расслабились дальше и не пропустили. Выстояли в меньшинстве. Думаю, что это был переломный момент, когда мы выстояли и вышли, забили. И так вот получилось, что мы выиграли матч. Вторая половина второго же периода, это вот расслабленность какая-то была или соперник где-то в чем-то добавил? Сложно даже что-то ответить на такой вопрос, потому что даже не знаю, как это сказать, что где-то, наверное, расслабились, да, поведя счет 2-0, но где-то успокоились, противник где-то перехватил нить игры и сравнял. Ну, хорошо говорю, что так все сложилось, что выстрелили и забили мы. Что касается удалений, то со стороны «Лады» их было сегодня очень мало, а у нас, наоборот, было много удалений. С чем это связываешь? Да это, наверное, не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, наверное, судьи даже где-то, может быть, они где-то не видели нашу сторону, где-то, может быть, не увидели, а удаляли только нас. Но я не знаю, сложно мне ответить, это, наверное, судьи разберутся там, значит, посмотрят, я думаю. Если говорить конкретно о тебе, первый матч, то после травмы, как себя чувствовал на льду, насколько сложно приходилось? Честно говоря, сложновато, да, пропустил больше месяца, пропустил, не играл и где-то потерял игровую нить, и практику потерял, тренера сказали, чтобы поиграл и разбегался, чтобы почувствовал игру, и я думаю, где-то, наверное, моим партнерам было тяжеловато, наверное, со мной играть, потому что где-то я, может быть, и не успевал, и где-то проваливался. Было спасибо партнерам, что они это выручили, и спасибо вратарю, который помог нам выстоять в меньшинстве. Впереди встреча с «Нефтехимиком». В чем необходимо добавить, чтобы избежать вот этой нервозности, чтобы не дать сопернику сравнивать счет? Да я думаю, тренера посмотрят, разберутся, внесут коррективы, потому что, во-первых, сейчас была пауза, где-то некоторые ребята у нас ехали в сборную и тренировались. У нас была серьезная подготовка к этим играм, и серьезно нас тренера поднагрузили. Может быть, где-то не играли давно, поэтому нервозность была, и надо было вкатиться, почувствовать игру. Давно все-таки не играли. Вот, и думаю, все нормально будет в ближайшие игры.